Услышьте, павшие воины Вероса! Восстаньте и поднимите мечи во имя Повелителя! Серьезно. Потеря полководца, конечно, беда, но вы неплохо его замените, когда я вас убью. Ведьма, время твоих армий ушло. Глупцы! Вижу, что я недооценил могущество Дестры, и что мой приход сюда стал ошибкой. Ошибкой? Я уже сражался с Дестрой. В этот раз ее магия не такая. Она играет с чем-то пострашнее Веруса. С магией демонов. То есть теперь нам разбираться с демоном? В стародавние времена Верус, защищая остров от вторжения, при неравных силах заключил договор с кровавым богом Кадролом. В назначенный час Верус должен был вернуться к Кадролу и навеки стать его проводником в мире живых. Верус решил не возвращаться и был демоном проклят. Поэтому силы покинули его. Должно быть, Дестра использует исчезновение своего повелителя в собственных целях. Ты сказал, что твой приход сюда стал ошибкой? Она заманила нас сюда, чтобы отвлечь. От чего? Предположу, что ее интересует нечто более значительное. Баргус-осквернитель в соседнем бастионе. Бастион? Осквернитель? Бастион – оборонительное сооружение на юго-восточной конечности острова. Гарнизоном там командовал Баргус. Некогда один из наиболее талантливых генералов Веруса. Силы Баргуза, питаемые Верусом, росли. Но там он и встретил свою смерть, а его одержимый демонами дух томится в плену. Однако за это время он стал еще могущественнее, и сдерживать его становится все труднее. Дестра хочет заполучить его. И благодаря Кадролу она своего добьется. На этот раз мы будем готовы. Тогда к бастиону. Я могу ошибаться. Но нельзя допустить, чтобы Баргус вырвался на свободу.